Мысли текут, ускользая от нас. Полный покой наступил в этот час. Партия длилась почти до утра. Светится дух, словно в небе звезда. Пятая серия. Дух. Горы. Море. Красивый пейзаж. Просыпаюсь, и все исчезает. Мой мир постепенно стерся. На мои глаза постепенно наползал туман. Я очень люблю читать, но уже не могу. Я уже не вижу лиц своих детей. Я уже не вижу ничьих лиц. Я пытаюсь ухватить образы, которые от меня ускользают. Я кричал, я ничего не вижу. В этом мире есть много людей, которые никогда не встречались и никогда не встретятся. Но у них есть один общий друг на всю жизнь. Я не хочу, чтобы люди знали, что я ничего не вижу. Этот друг в темноте – непростой друг. У него нет лица, нет рук и ног, нет внутренних органов. Но у него есть дыхание. У него есть глаза, и он смотрит в глаза Пьеру. В 2008 году я окончательно потерял зрение. С тех пор я играю в Го на ощупь. Все стало совсем по-другому. Я трогаю камни, но не могу ощупать всю доску. Я постепенно ощупываю разные участки, собираю общую картину у себя в голове. Это даже не общая картина, а нечто весьма странное. Это какие-то крупицы информации. Иногда я чувствую, что вижу один камень, два камня. Но кроме этих камней, все остальное – темнота. Но вдруг в темноте блеснет лучик света, потом еще один. Форму трудно уловить. Когда я трогаю камни руками, я знаю, что доска плоская, но у меня в голове она как шар. Она даже похожа на волны или горы. У нее всегда разная форма. Она мягкая, как вода. Все это меня очень раздражает. Го – это друг с особенным характером. Он близок, как жена или лучший друг. И холоден, как отшельник. Правила Го очень просты. Два глаза дают жизнь. Даже одна степень свободы спасает от смерти. Пьер и одетый в черный отшельник гуляют вместе, спокойно воспринимая окружающий мир, пользуясь глазами друг друга. В мире, в котором нет образов, все звуки смешиваются. Вот бегут дети, вот проезжает детская коляска. Это все не образы. Это словно ты рыба, и плывешь в волнах реки.
Го для меня главный источник радости. Каждый раз, когда я выигрываю или становлюсь чемпионом, я обретаю уверенность в себе. Я человек очень мрачный и депрессивный. Очень часто жизнь моя тяжела и безрадостна, но на доске я часто побеждаю, добиваюсь хороших результатов. И радость от этого помогает мне бороться со страданиями моей жизни. Поэтому иногда я в шутку говорю, что если бы я раньше не узнал о Го, смог ли бы я продержаться или вообще дожить до сегодняшнего дня? Иногда, стоя на высоте, я думаю, может мне лучше прыгнуть вниз и все? Восьмилетний сын Джоу Цзюньсуня не может почувствовать того отчаяния, которое чувствовал отец в его возрасте. Его сын тоже занимается Го. Его мать, жена Джоу Цзюньсуня, тренер по Го. Го – это острый меч, который позволил отцу стать краснолицым чемпионом. Но Го – это не игрушка. Центр. Не вверху, центр. Нельзя считать на доске. Это невежливо. По правилам нельзя считать на доске. Так черные камни же можно съесть? Можно, но нельзя считать на доске. Ты же играешь в кубарьбу, зачем защищаться? Что же ты делаешь? Он начал смертельную борьбу. Теперь ты можешь и проиграть. Зря разрезал. С двумя дамами не убежать. Один ход преследует две цели, понятно? Давай посчитаем. Ты выиграл. Ура! Да, я выиграл. Надо сказать спасибо за игру. Да-да, спасибо за игру. Когда я в 5 лет первый раз пошел в детский сад, я очень ждал этого дня. Хотел вместе поиграть с детьми. Но когда я пришел в садик, у детей было только 3 реакции. Первая. Это крик. Второе – громкий плач. Но самое страшное было то, что я слышал, как другие дети говорили своим родителям. Почему этот страшный человек сюда пришел? Я до сих пор не могу забыть эти слова. Они меня сильно обидели. Не думайте, что вы прошли в профессионалы и все закончилось. Вы стали профессионалами, но это лишь первый шаг. У вас впереди большая дорога, но конкуренция очень острая. Джоу Цзюньсунь тренирует детей и подростков Тайваньской Федерации Го. Джоу Цзюньсунь получил первый дан в 14 лет, а в 2007 году выиграл свой первый титул чемпиона мира. История краснолицего чемпиона попала в тайваньские школьные учебники. Как вы думаете, что главное для того, чтобы быть успешным профессионалом? Не знаете? Талант и труд – это необходимые условия. Но самое главное – это выдержка. Белые стены ограждают садик. Черная черепица сторожит территорию. Те, кто играют в Го, понимают всю прелесть этого. Это не имеет отношения к выживанию. Да, поэтому я так и сыграла. Если здесь протолкнуться, возможно, удастся выжить. Похоже, у меня проблемы, да? Ты проталкиваешься, я беру. Бесполезно. Чувство позиции неплохое. С выживанием тоже неплохо. Гораздо лучше, чем раньше. Здесь ты сыграла очень агрессивно.
Это городок Тунли на юге Китая. Во многих городках есть улица, доска для гор. Во многих горных хребтах есть гора, доска для гор. Среди горизонтальных и вертикальных линий доски безостановочно снуют люди, машины. Текут реки и ручейки. Клетки, образованные этими линиями, это деревни, поселки, кварталы и дома. Я приехал в Удзян в 2001 году. Прошло уже больше 14 лет. Что сказать? Хотя я здесь поселился, но у меня такое чувство, что это не мой дом. Как будто здесь у меня нет корней. К примеру, я здесь часто страдаю бессонницей. Но когда я возвращаюсь в родные места, то сплю хорошо. Моя жена тоже очень скучает по родным местам. Яудзя родилась в этом городке, связанном с гор. Здесь каждый год проходят крупные международные соревнования. Яудзя может назвать имена нескольких известных игроков. Профессиональные турниры в Удзяне проводятся здесь. Кэдзе участвует? Кэдзе? А кто такой Кэдзе? Да, Кэдзе очень сильный игрок, лучший в Китае. Он первый в Китае? Да. Или в мире? Конечно, в Китае. Кэдзе или Ли Сидоль, они... А кто первый в мире? Наверное, Ли Чанхо. Ли Чанхо? Он одно время... А он из какой страны? Из Южной Кореи. Смотри-ка, ты знаешь больше, чем папа. Ты не разбираешься в го. Да, я не разбираюсь в го. В турнирном зале нужно соблюдать тишину. Надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к турниру. Сыграете хорошие партии. Далее участники разыгрывают цвет. Я больше всего люблю турниры. Только в соревнованиях я могу повысить свой технический уровень. Я никогда не защищаюсь, я всегда нападаю. Отец Яудзя родом из Дзелиня, мать родом из Чунцина. Они не умеют играть в го. Они здесь встретились и здесь поселились. Они, как и все китайские родители, знают про четыре искусства – музыку, го, каллиграфию и живопись. Они надеются, что ребенок преуспеет в одном из них. Это как получить одно лишнее даме, которое может обеспечить вам преимущество над соперником. Настроиться – значит успокоиться, отбросить досаду и радость, чтобы в сердце не было этих чувств. И тогда вы будете играть все лучше и лучше. Закончила? Выиграла или проиграла? Все выиграла? Молодец, молодец. Яудзя ходит сразу в несколько секций. Каждое воскресенье утром мама ее сопровождает. Еще есть шанс. Я сдаюсь, я больше не играю, сдаюсь. Но тогда ему нельзя смотреть телевизор. Я правда сдаюсь. Ну, доиграй. Я сдаюсь. Мысли текут, ускользая от нас. Полный покой наступил в этот час. Партия длилась почти до утра. Светится дух. Словно в небе звезда.
Пьер женился в 27 лет. Брак продолжался 5 лет. Сейчас он живет один. Он ест это каждый день. После того, как он окончательно ослеп, он развил в себе удивительную способность играть в го вслепую. Он может играть по телефону. У него есть специальная доска для слепых. Это похоже на верблюда. Извините. Белые защитили угол. Ça m'a l'air déjà assez douloureux. Вечером Пьер любит пойти посидеть в ближайший бар. Все-таки ему больше нравится играть с соперником, сидящим напротив него. Я думаю, лучше было бы вторгнуться в мою территорию. Я закрою это. Как играть в чужом углу? Например, вы пришли в какое-нибудь кафе, и люди оценивают друг друга взглядами, и некоторые взгляды говорят: «Не садись рядом со мной». Некоторые взгляды говорят: «Подойди ко мне». А некоторые говорят: «Делай, что хочешь». Исходя из этих взглядов, вы можете выбрать, с кем заговорить. Но когда вы этого не видите этих улыбок, движений губ, движений глаз, выражения лица, откуда вы знаете, хочет ли человек с вами общаться? Как тогда разговаривать с людьми? Иногда то, что я вижу во сне, так красиво, так реально. Мне снится, что я дерево или пейзаж. Иногда я — это пейзаж, и я одновременно тот, кто смотрит на этот пейзаж. На другой стороне земного шара моя Кавакодзи ухаживает за своим деревом и живет в своем пейзаже. Торея Большая всегда была лучшим деревом для изготовления гобанов. Моя Кавакодзи, которому уже перевалило за 70, считается в этом деле великим знатоком. Это дерево скоро засохнет. Почему Торея засыхает? Потому что у нее очень густая крона. И оно непременно засохнет. Тайфун обломает ветки, и в места, где случились надломы, попадет дождевая вода. Почти все тореи засыхают из-за этого. А растет это дерево крайне медленно. В этих краях не выжила ни одна торея. Маякава – владелец фирмы по производству семян. Его компания – одно из самых крупных сельскохозяйственных предприятий в Японии. На верхнем этаже компании хранится множество гобанов из тореи, которые он собирал несколько десятков лет. Среди них немало ценных коллекционных экземпляров. Госэйген. Госэйген и Саката Эйо. Конинбо Саката Эйо. Конинбо Саката Эйо. В 1962 году сыграли в ничью на этом гобане. Считается, что хороший гобан из тореи никогда не испортится. Он будет жить столько же лет, сколько партий великих мастеров. —
Больше всего Маякава Кодзи любит посещать рынок, где продают древесину. Говорят, что в Японии он покупает до 80% пригодной для обработки тареи и отправляет на свой склад. Перед тем, как из тореи сделать губан, ее надо высушить. Это занимает от 5 до 20 лет. Маякава научился играть в го, когда учился в университете. Сейчас он любитель шестого дана. Он любит габаны, потому что любит го. В баре, которого он открыл, едва хватает места для 10 человек, и почти все они игроки в го. Единственное его развлечение, помимо игры в го, это спеть с супругой несколько песен в караоке. После того, как Маякава передал управление компанией в руки сына, он сам сосредоточился на торее. Крыша здания компании превратилась в сад по выращиванию саженцев тореи. Чтобы из семени вырос саженец, нужно 3 года. После того, как древесина тореи практически исчезла с рынка, Маякава начал выращивать торею самостоятельно. В горах он приобрел более 1000 гектаров земли, чтобы превратить этот участок в лес из деревьев тореи. Кое-где не сажали деревья, но на самом деле сажали практически везде. Где-то нужно строить дома, строить дороги, поэтому саженцы убрали. Здесь сажали не так много, в других местах сажали гораздо больше. Вот, смотрите, на вершине холма деревья. Это все торея. Сажайте только здесь. Но торея – прихотливое дерево. За 10 с лишним лет он посадил более 100 тысяч деревьев. Из них выжили только 30-40 тысяч. Маякава говорит, что для того, чтобы выросло большое дерево, нужно 300 лет. Поэтому потерять год или два ничего не значит. Если в течение 3 лет за деревьями как следует не следить, то появляется много зайцев. Поэтому раньше разводили лисиц. Но сейчас лисиц вообще нет. И зайцы совсем распоясались. Они полностью объедают побеги тореи. Несколько лет назад у Маякавы диагностировали рак. Он, конечно, не сможет увидеть свой лес. Тарея растет медленно. За 10 лет она может достигнуть лишь роста самого Маякавы. Лишь 30-летнее дерево даст тень тому, кто его посадил. 500-летняя Тарея – это уже молчаливый старец. Когда дерево срубили, его жизнь окончилась. Но мы через несколько лет сделаем из него губан и дадим ему новую жизнь. В дальнейшем мы можем его ремонтировать, сохраняя ему вечную молодость. На юго-востоке острова Кюсю, в небольшом городе на побережье есть магазин го-принадлежностей. После того, как дерево сохло более 10 лет, здесь оно превращается в губан и получает новую жизнь. Этот кусок тореи был куплен примерно 2 года назад на рынке в уезде Кумамото. Потребуется еще как минимум 3 года, чтобы из него начать делать губан. Happy birthday to you, happy birthday dear.
Сегодня Кумадзаки Кеннити исполняется 68 лет. Сегодня он особенно рад тому, что младший сын, проведя 2 года в Токио, решил вернуться домой, чтобы заняться фамильным делом. Когда Кумадзаки было 20 лет, он унаследовал это дело от своего отца. Он ведет его уже почти 50 лет. 4 сына продолжат его дело. Бывает страшная жара, сильные морозы, а еще оползни, тайфуны и прочее. Таре преодолела все эти трудности. Несмотря на них, она дожила до сегодняшнего дня. Делая из нее кубан, я даю ей новую жизненную силу. Но я тоже подпитываюсь энергией от духа тысячелетнего дерева. И поэтому могу продолжать свою работу. Пусть говорят, что цель моя высока, и путь до нее еще очень далек. Но я буду продолжать идти, неважно, сколько времени на это потребуется. И я не намерен останавливаться. Если я сделаю хорошую вещь и на этом остановлюсь, то моя жизнь как мастера на этом закончится. 4 ножки кабана должны быть абсолютно одинаковыми. Их делает сам Кумадзаки Кеннити. Отец и сыновья Кумадзаки прекрасно разбираются в качестве и узоре тареи. Поверхность покрывается растопленным воском, чтобы дерево не рассыхалось, сохраняло цвет и фактуру. Узор должен выглядеть живым, как кожа человека. Супруга Кумадзаки Кеннити готовит чай и обед для мужа и сына, занятых работой. Она очень редко заходит в мастерскую. В тишине вся семья слышит, как дышит Тарея. Древесина Тареи сочная и ароматная. Когда ставишь камни на ровную поверхность, можно почувствовать, как дерево пружинит. Но чтобы достичь такого эффекта, отец и сын не должны совершить ни малейшей ошибки. Вот так. Вот так. Уберем выступающую часть. Я сказал, что надо убрать выступающую часть. Снизу, вот так. Надо надавить рукой. У Кумадзаки Кеннити и его 4 сыновей, у каждого своя работа. Последнюю операцию выполняет старший сын. Он крайне внимателен, и он тоже играет в го. Доска — это книга без букв, на которой люди должны написать черно-белые письмена, вдохнуть в доску жизнь, превратить ее из закрытого квадрата в открытое окно. Прелесть го будет существовать всегда. В один прекрасный день я не смогу больше работать, но сыновья продолжат мое дело. Жизнь должна продолжаться. Я должен перевернуть эту страницу. Я должен измениться. Я должен найти новое направление. Мой мир перестал быть видимым. Поэтому я должен использовать другие органы чувств.
Это любимый пляж Пьера. 40 лет полностью ослепнув, он развелся с женой. Он думал о том, чтобы здесь покончить жизнью. Здесь, на морском берегу. Пьер слышал о том, что на другом конце океана японские мастера из Кюсю нашли другое применение ракушкам. Из самого толстого места раковины можно сделать камень. Узоры на ракушке похожи на годовые кольца дерева. Это особый знак, который подает тебе судьба. Бесконечные усилия, бесконечная полировка. На доске судьбы есть место, предназначенное только для тебя. Есть жизнь, предназначенная только для тебя. Кроме жертвы, есть и другие ходы. Очень много ходов. Это танцевальная группа для слепых. Для слепого самое главное – это прикосновение. Руки – это глаза. Они дают почувствовать, что ты не один. В полной темноте не увидишь и не пощупаешь духа своей судьбы. Но можно с ним потанцевать. Можно пригласить его помериться силами на доске для го. Здравствуйте, рады приветствовать вас в Тайджуне. Это был интересный фильм, но я хотел бы указать на несколько моментов. Во-первых, там сказано, что я в первый раз стал чемпионом мира в 28 лет, на самом деле в 27. Во-вторых, там сказано, что я выиграл 44 турнира. На сегодняшний момент должно быть 49. Став чемпионом мира, я часто думаю, как я должен отблагодарить тех, кто мне помогал. Потому что каждый из них чем-то помог. Благодаря этому появился сегодняшний Джоу Цзюньсюнь. Поэтому я думаю, что лучше всего отблагодарить их тем, что я буду правильно использовать силы, которые у меня сейчас есть. Поэтому, начиная с сентября 2013 года, я уже полтора года работаю главным тренером клуба. Я стараюсь по возможности передать свои знания и опыт в игре го этим восьмерым ребятам, которые приходят в клуб. Скажи мне, что случилось? Это связано с физикой? Да. Я плохо написал. Пьер был одним из сильнейших мастеров в Европе. Его называют «Слепой рыцарь». Сейчас он почти не участвует в соревнованиях.
Одна из причин в том, что правила игры слепого и зрячего таковы, что могут вызвать споры. Сейчас ему больше нравится слушать, как сын играет на ударных. Красота жизни на самом деле очень проста. Она как будто у вас в руке. Вы хотите ее поймать, но не можете. И вы понимаете, что там пустота, ничего нет. Красота жизни — это все равно, что выпить стакан воды, дышать воздухом, спать, вместе с любимым человеком заботиться о своих детях. Обращать внимание на все вокруг. Попросим господина Джо рассказать нам о том, как он учился го. Когда он начал учиться го, он был еще младше вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Я познакомился с го весьма интересным образом. Когда в 5 лет я должен был пойти в старшую группу детского сада, вы видите родимое пятно у меня на лице? Очень большое, да? Да. Вам страшно? Нет, не страшно. Но немножко побаиваетесь? Нет. Они смотрят на людей совсем не так, как городские дети. Они очень наивные и добрые. У них в глазах нет страха или негативных эмоций, когда они видят то, к чему не привыкли. А городские дети ведут себя именно так. Я это прекрасно чувствую, когда они смотрят на меня. Поэтому с ними приятно общаться. Довольно близко. В го сначала ничего нет, потом все заполняется. Здесь наоборот. В Тибете популярна древняя настольная игра. В нее тоже играют на квадратной доске в клетку черными и белыми камнями. Способов игры очень много. Одна называется дзю, другая – король и подданные. А есть еще игра, что по-тибетски называется миман, что означает «много глаз». Она самая трудная и очень похожа на го. Это тибетская го, миман. А это дзю. Если посмотреть другими глазами, то в партии под названием «жизнь» возникнут другие формы. Ты веришь в Будду? Я по-особому отношусь к религии. Я во все верю. Но во все веришь? Да. Буддийский храм я тоже захожу. Пожмем руки. Джасси Дэлэ. Добро пожаловать в Тибет. Мы не местные. Мы пришли сюда на поклонение. Как вы попали в Лхасу? Мы шли и через каждые 3 шага совершали поклон. Джоу Цзюньсюнь приезжает в Тибет уже во 2-й раз. Здесь он тоже видит другие глаза. Если смотреть на жизнь другими глазами, появятся новые ощущения. Когда дышишь разреженным горным воздухом, то чувствуешь другой дух, помимо того, что на доске.
Жизнь как Го, а Го как жизнь. Каждый человек — это камень на доске. Это словно общество в миниатюре. В мире тоже так. Малая часть людей живет очень хорошо. Они распоряжаются большинством ресурсов. Очень похоже на партию в Го. Каждый всю жизнь идет к тому, чтобы стать именно тем камнем, которым он хочет стать. Нужно стараться не стать тем камнем, которые пожертвуют. Для этих людей не существует такого слова, как «отступить». Вопрос только, сколько времени потратить, неважно, год или два. Они считают, что если работать, обязательно добьешься успеха. Это великое убеждение или вера. Семейная пара и их сосед отправились в храм, находящийся в 10 километрах. После обеда муж и сосед разворачивают доску для тибетского го, которую они носят с собой. Эта игра называется дзю. Игрок высокого уровня может сложить на доске особый узор. Партия закончилась, пора идти дальше. Счастье ждет их в конце пути. Для меня нет Бога, но есть жизнь, природа. Жизнь ничего не требует, она только дает. Сегодня Пьер привел себя в порядок, потому что сегодня он проводит занятия по Го. Ученица приходит нечасто, может раз в месяц или в два. Го также молча дает всем игрокам свои уроки. Какой у вас сейчас уровень? 9-й или 10-й Q. Тогда давайте сыграем на 9 камнях форы. Сначала сыграем, а там посмотрим. Когда я в жизни встречался с трудностями, именно Го помогло мне их преодолеть. Даже с, казалось бы, самыми большими трудностями можно справиться простым способом. На доске тоже так. Просто нужно потратить время, чтобы организовать все вокруг себя и шаг за шагом двигаться вперед. Необходимая выдержка, концентрация. Давайте посмотрим сначала. Здесь пока очень слабо. Но вот так лучше. Когда соперник играет вплотную, вы можете разрезать или отступить. А когда у вас нет выбора, надо постараться соединить свои камни. С возрастом. Я понимаю, что мне придется жить вместе со страхом. Это не значит испытывать постоянный страх, но принимать его. Как будто я говорю своему страху: иди сюда, давай вместе поужинаем. Страх — это часть человеческой природы.
Долгое время я думал, что на все эти вопросы есть стандартные ответы. Но однажды я понял, что нет никаких ответов. Каждый сам находит ответ. В партии в Го мы не можем постоянно бороться с соперником. Потому что чем больше мы боремся с соперником, тем он сильнее. На самом деле, если бы в моей жизни не было Го, мне пришлось бы очень тяжело. Го для меня — это все равно, что глаза. Там, где человек, там и развертывается партия. Там, где дух, там и продолжается дорога. Там, где человек, там и дышит пейзаж. Там, где глаза, там и ждет жизнь.